В республике продолжается обсуждение стратегии 2030. Накануне представители общественности собрались, чтобы вновь внести коррективы в документ, определяющий будущее республики. Розалия Борисова продолжит тему. Обсуждение стратегии продолжается в течение месяца. На каждом круглом столе представители общественности вносят свои предложения и коррективы. Топливно-энергетических ресурсов. Там, значит, речь идет о замене сегодняшних видов топлива, альтернативные виды топлива на автономные виды именно, значит, газового топлива. Поэтому о газоконденсате ни одного слова нет. Поэтому вот газоконденсат и топливо на первое время обратно для арктического улуса можно было бы вернуть. Ну, жизнь надо улучшить людям. Основное внимание в стратегии уделено человеческому капиталу. Это увеличение продолжительности жизни, количество рабочих мест и развитие подрастающего поколения путем модернизации образовательной системы. Мы должны сейчас в данное время в стратегии уделить внимание сопровождению детей. Сейчас психологическое сопровождение детей, тьюторское сопровождение детей очень актуально. Почему? Потому что любой ребенок все равно, он, развиваясь как индивид, он должен обязательно чувствовать поддержку родителей, педагогов, всего нашего общества, потому что воспитание всем обществом – это наши приоритеты. Также одно из основных направлений была и остается добывающая отрасль. Согласно плану стратегии, в Якутии начнут работу сереброродная и полиметаллическая промышленность. Между тем, общественность готова предложить и другие варианты использования природных ресурсов. Нужно базироваться на возобновляемых ресурсах. Возобновляемыми ресурсами республика богата очень. Но они не используются совершенно. Ну, взять, например, тайгу. Можно использовать те же ягоды, ту же воду, вода подземная, родниковая, термальная вода. Можно использовать звероводство, это тоже возобновляемый ресурс, оленеводство, рыбоводство там и так далее. Ничего это не прописано. Только горнодобывающая промышленность. Как только все мнения и предложения соберут воедино, будет разработан окончательный план стратегии. Залия Борисова, Юрий Филиппов, НВК Саха, Якутск.